Я покажу один лайфхак, которым я пользуюсь практически каждый день. Это контуринг носа с помощью белого карандаша. Опачки. Что мы делаем? Мы проводим тонкую черту по по центру носа. Сильно лучше не давить, потому что вам потом еще это все растушевывать. Затем вот ближе к самому кончику носа мы делаем отступ и делаем такую маленькую перпендикулярную черточку. Либо можно что-то более похоже на точку. Получается примерно вот такая схема. Ты хочешь пластическую операцию прямо сейчас начать делать? Да. Так, и потом мы берем палец, либо какую-то плотно набитую кисть, и просто вот это все втушевываем в кожу. Вот, главное это сделать быстро, потому что иначе карандаш высохнет, да, и будет заметно. Ну, вообще, это, конечно, такой вариант, не то чтобы это какой-то супер натурель, то есть это видно, что вы это сделали, но мне нравится, как это выглядит все равно.